Гипертония – это повышенное кровяное давление. Причина заболевания – это зашлакованность кишечника и закупорка сосудов. Почти у всех больных гипертонией плохая проходимость кишечника. Чтобы не болеть гипертонией, нужно очистить кишечник от шлаков. Надо очистить сосуды. Человек кушает в день 1 кг еды, а выход около 200-300 грамм. Остальная еда остается на стенках кишечника. Лечение очень простое. Очищаем кишечник и сосуды. Для этого я назначаю настойку для очищения сосудов. И состав травы, который я разработала за несколько лет своей практики, очищает желчный пузырь, печень и весь ЖКТ. Если кишечник чистый, сосуды чистые, то человек не будет болеть гипертонией. Лечить легко и просто. С вами доктор Хайдарова.